Город Славянск, поселок Семеновка, война по расписанию. Тайно сделал? Тайно. Водитель, шахтер. Потому что у нас вера. Мы за идею, мы ж не за деньги. Я за родину, за свою. Привет всем родным и солидар. Кто меня узнал, вставайте. Хватит вам уже спать. На улице война идет. Есть и своя тоже политика на которой. Да мы, блядь, много включили ночной пизда байкала. Пойдем дальше. Глубину ямы показать? Вон, поближе. Так, в принципе. Да, да, да. Ну, чтобы просто больше видно было, насколько. Ну, можно. Смеркается. Жители поселка Семеновка спешат по своим убежищам. До начала регулярного обстрела остается менее часа. На пустынных улицах Семеновки я встретил ополченцев ДНР, которые проводили экскурсию для западных журналистов. Где-то заколотился не вовремя, это они стекла, у них все стекла вылетели. Да, стекла просто уже обратно рамы вставили. Взрывается, это же вот за ветку дерева, вот такой вот мизинец, я видел, смешно, все он не верит. За ветку задевает, бух, как шрапнель. Ну она работает, получается, у нее здесь идет вот. От касания, первое касание, все. А вот та была замедлитель, которая потолок пробила, резко замедлитель ставится на мину. Потому что это гаубица обычно, да, проникновение. А это миномет. А миномет, да, вот миномет, что вон выпал, это резко было. Какие-то боеприпасы мне очень неизвестны. Обычная минометная. Четверо ребят из Италии решили остаться на передовой на ночь. Через блокпост прошел один из последних автомобилей этим вечером. В любой момент может начаться артобстрел. Украинские войска открывают огонь без предупреждения, даже в тот момент, когда через блокпосты в районе Семеновки на трассе Харьков-Ростов проходят автомобили гражданского населения. Ну я сейчас просто с журналюгами хочу подойти. Мы к вам шли, нас обстреляли, мы вернулись. Сейчас опять пойдем. Там если будут стрелять, смотри, журналисты будут быстро в окоп сигать. Да их первым пускай. А, ты в столовой, ты не в курсах, понял. А танчик там? А, ну мы тогда с вами пойдем. Давай. Иди сюда, мой маленький мальчик. Спускайся ниже, ниже спускайся, уходи туда. Да не будет ничего, ты меня ниже. Чего тут бояться-то? Где девочка здесь или тут свои, или кто? Ну, да журналисты. Нет. Ребята, не выходим, тут все свои, и если работает мины. Цемент армату questo? Ah, цемент армату? Да, это бетон, да, там 40 сантиметров. 40 сантиметров. Ну, хорошо. Мина не возьмет. Да, хорошо, мина хорошо. Возьмет. Мало то, что бетон сверху, еще и сверху гараж. И просто плюс тут рельса лежит. Не туда, туда. Нет. С прохода под стенки. Vicino alla libertà, ciao. А как поняли, где привет, где пока? Ну, понятно. Как? Помахать? Нет, просто если ты выходишь, это чао, как пока. Ага. Если там сразу видишь, не знаю, как а вдруг. Когда ты заходишь в чужой дом, как принято говорить?
Ну, если, например, не знаешь, люди, говоришь «сальве». «Сальве» – это как «здравствуйте». А «здравствуй» или «привет» – это как «чао». А «добрый вечер» – это «буонасера». Sì, sì, perché tipo una notte che dorme, tipo, mi dispare che spaccone è notte. Dobri dien? No. Dobri utre e dobri dien è da buongiorno. Scusa. Volevo dire... In senso, lì sono disegnati. Ma non esiste, пытаются вычислить эту сволочь. Крокодила все? Крокодил или корова? Крокодил или корова, как они будут? Hello, hello. They shoot back. Это мы стреляем? Да. Это БМД, походу, БМОПа. Минимали, это на чу. Ответка. 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 Три коровы. И четыре крокодила. Чур, коровы мои. Хитрый. Может, по крокодилам? Да я не пробью крокодила. Ну, по крайней мере, ему лопасти хоть пошуршать. Right to the left. You see? Tracers. Смотри, трассера пойдут сейчас. Смотри, фотографируй. Ты еще не перепуган. Уже сбоку стреляют, уже можно. Да. Аккуратнее. Смотри в больницу, если что, оттаскивай сразу. Подери. А давай. You understand? А я не вижу. Слышь, мой, где-то надо на 10 часов кидать. Да они все видят, там экипаж очень опытный. А у меня не опыт. Ну не себе. Папуля прошла полоса. Да ты вы себе да. Шах, придерживайте их, что это сразу убираю, если трассер в нашу сторону. А как им объяснить? Слышь, переведи, если летят красные трассеры, сразу, чтоб на низ. Ha detto, se volano i cosi rossi, abbassatevi subito. Сразу понятно становится. Come là? Пойдешь? Куда? Это наша пончашка накидывает. Ля пота. Она по-русски понимает, ты так не базар. Я стрелять не буду, жопу не кипру, извиняюсь. Кирпич. Я. Приветствую. Да, да. Не поверишь. Жгутом перевязал, спасай. Димон. Денешься. Димон сейчас потеряет сознание, на двоих крови не хватает. Tracers from right to the left. Да, это наши, не проседай. Это громко, это наши. Перестрелка брони, как вчера вам повезло. If you want to show how shoot our... Non si vede niente. Si vedono queste cose rosse, no? No, a me manco quelle. Ma solo di notte. Oh, se ta svoji na kibu. Ma non è lo zimno. Будет... Бам! А вот это уже... Не намек. Чуп. Смотрите на поле. Выстрел, выстрел. Где? Вон, вон пошел дым. Смотри на поле. За баррикадой, видишь? Это мина упала. А я... Красный. А я росси, не вижу. Росси. Ма я ролю вижу. Твою мать, ты куда побежал? Еще раз. Страшно? Нет. Жарко. Жарко. А где учила русский? Тебе дали фумы, баста. Я? Дома. Сама? Русские корни есть? Нет. Мама пожила в Москве, а брат там родился. А ты в Италии родилась? В Неаполе. В Италии, да? Да. Не успеваешь? Нет. А он потом пропадает, что ли? Почему его не видно? Отгорает трассер. А. Отгорает. А, наверное, ночью видно? Офигенно ночью видно. Нет, ничего не нормально. Come. Stay here. Not here. Here.
такие. Просто они не говорят, ничего не говорят. На морде нет. Это то, что я был в Конго и был в Анголе. Об этом вообще не афишировалось, что там идет война. Войны не было и все. Конго, Анголе. В Африке Конго. Народная республика Конго и Народная республика Ангола. Да. Фідель Кастро, Ангола, Августіня Нета, Душ Сантуш, а португальський Кампренді? Ну, він говорить по-португальськи. Пока-пока. Пока-пока. Да. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Слышал, да? Это не снайпер бьет, это 30. А с чего они хлопают? А хрен за два. Сюда, сюда, по очереди раздается. Ехер? Да, да. Прикольно? Не, никакой прикольно. Рело. О, вот это поле, нихера себе, посмотри на... Ты посмотри на поле. Куда попало? Шут фото. Куда? На поле посмотри, сфотай. Ого. Что это было? ПТРС, дистанция разрыв, большая. Да. А кто там, Ермак или кто? Блять, там байкер. Вспышки БМП 2, видишь? Нет? Страшно? Где было? Джихад. Где упала? По хуй. По-моему, да. Что, уводим их? Знают. Сначала был. Убирается, уже, по-моему, к монтажу. Вон, смотри, он по зеленке дымится. Все нормально. А это все нормально, да? Yes, it's okay. Батя. Батя. Понятно. Russian master. Анонюс, ты на ночь? Да. Как тебя хоть зовут? Это маленький итальянец? Батя. Да. Нет, батюшка это в церкви ходит, батюшка. А батя? Отец с детьми, с семьей, с женой, батя, отец, то же самое, отец, родители, батя, это родители. А батюшка это службы в церкви, в костеле, в костеле у нас кто? А у нас батюшка. Бросай телефон! Он же на монтаж въебал. Же на монтажку опять въебал. Давай их отводим туда, Боть. Так, сейчас, накапливаем. Давай туда. Куда? Ну все, шах, нет у тебя больше дома. Не-не-не, мы не хотим подземелья. Смотри, как он. Как он. Окей. Who wants to the bomb shelter? Ну, я. О, красиво пошли. Я. Нихуя себе рядом. Пиши, рикошет. ПТРС! Ты кому? Телефон хочешь выключить? Сейчас. Да, КамАЗ. Надо выключить телефон? Желательно. О, две автомобили. Ты не слышишь? Аккумуляторы вытащить. Как? Аккумуляторы тоже отсоедини. Вы видите оттуда? О, о, сейчас я скажу. А дистанция большая? Пошел, ну грубо. Трассером направление даст он этому? А, хорошо, сейчас давай.
Вот это все направление. Что там будет? Kannst du mir was sagen? Ist okay? А где что шапнел? Выстрел. Что там, батя? А наши вот это, в белый свет как копейку, километров на 6. Ну все, мы тут сидим, как зайдем пока, да? Кто-то наш пошелестил. А, выстрел оттуда. Вот они уже до позиции, вот тот блок. Все, они видят вспышки, сейчас их раздрочат. Ну, одну... Мы да, сейчас ПРДХ наша их уже засыпала. Мы увидели одну только вспышку. Он побежал вокруг. Нахуя? Потому что осколок на излете может дать пробить башку. Нет, лайк здесь. И у них... Это с автоматом, с пулеметом лупишь, okay. Ну, они поднять я голову. Понятно? Ну, ты ж, ё! Да вот, пролетел. Надо? Надо, леди. Ну, выше. Мне ж пролетел. Что это было? Будет на той стороне, где сбоку, где надо будет их в этот в пулемет мне сейчас. А чтобы МДХ где-то рядом уже тут? Наша? Вон, она в окопе походу работает. Слышь, боссман, походу артиллерия гасит, потому что нету да. минного этого. Да. Далеко еще? Ша. За этим шиномонтажом. За шиномонтажом туда к дому, блядь, лягло. Дома между домами. Между домом. Кинула фан. Сейчас их переводить. Давай их на тот фланг, что если разрыв здесь, осколки вот здесь. Вот сейчас, походу, если рванить левее, там овраг, оно ниже. А вот здесь смотри. По асфальту. Тут после взрыва сразу, если не будет пулемета. Нет, с них. Тут пулемет может долбить. Да. Мы сейчас на тот вот они пулеметом долбят. Да, а он же так и делает, взрывает пулемет. Да, ближе. Зайки. Стой, пригнулись. Прыгнулись. Зайки переводят. Они пошли. А? Пошли. Телефоны все выключили? Да. Да. Я, кажется, нет. Какая разница? Кто там этим стрелкам будет говорить, что у меня телефон? Снайпер. Если увидишь, что это сволочь, ты скажи ее бахну с тура. Выстрел. Попало. И аккумулятор туда же лучше вытащить. Аккумулятор повытаскивайте с телефона. Не выключите, да. А аккумулятор вытащите. Да, 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 КамАЗ. Да, да. А? А, да пока говорят, что сами наблюдают. Наши просто перекидываются сейчас. Они долго всю сторону вообще на монтаж. А тебя, Дима, кто? Не они, французы, а там вчера есть преграды, фотографировали, да? Или раньше чуть-чуть? Итальянцы, но другие. Итальянцы, но другие. Охуительно мы вышли. Центр Америка. Здесь? Здесь? Здесь?
да еще жаку я же. Андрей, а ты насчет этого не хочу. Прям по улице прошел, видел? А? Прям по улице, да, видал. Местные вообще будут охуеть. I think the heat on the house. Yeah. And there? You see? Mm-hmm. Yes. Hey. You know, it's better on the other side, not here. В результате артналета на одной из улиц Семеновки загорелся жилой дом. Группа ополченцев ДНР и журналисты выдвигаются к месту пожара, чтобы найти пострадавших. Службы МЧС и скорая помощь к месту пожара не прибыли, поскольку артобстрел продолжался. If they make one mortar attack, we can protect you. Only you decide, do you want to go or not. I can only, ну, как, like bodyguard. Все, ребятки, не ждем, давайте, пошли. You see, special force, go. Боцман. Да. Отзвони, братик, по мотороле, блядь, он набирает, я говорю, не могу ничего не набрать, блядь. Подбери, узнай, что там жертвы есть, нихуя. Так мы сейчас туда еще набираем. Я понял, не-не-не, блядь, вот ты отзвонись, блядь, просто чтобы по нашим, по нашим. У нас нету, у нас... Кам. По нашим я сказал, нет. Кто здесь остается? По совещанию, пизду. А, все, давай. Мы же там по нам как уебало, мы там нахуй легли, блядь, все. Some of you want to go or not? Okay. Give me show how to and I make you for you. Давай, давай, давай. А? Пошли. No, if you want, go. Давай, давай. Move. Фотографируй соседний дом. Видишь? Давай, фотографируй, дружище. Покажешь людям. Алло. Алло. Вот. Какая газета? Анна Нью. Где куртку тебе взять надеть, чтобы ты пошел с нами? Где?
Yes, you can make photo now. Девку что-то поранил, что ли? Так и дед, что, в натуре в доме? А? Да хрен его знает. Побежали, хлопцы. Что если? Ребенок, что надо? Ну, что-то говорят, что ребенок там. Хоть он там, бля, горит нафиг. Нормально воевать не могут, сука, уроды, блядь. А что ж играет эти? Иди нахуй в атаку, блядь, пидор, сука, гнойный, блядь. Стреляю, блядь. Знаешь, что нахуй, чего бояться? Это просто хотят мирные запугать. Ну да. Давай дорогу покажу. Ну забери волосы туда своей рукой. Я не могу. Не можешь, я помню. Okay. Вот прям здесь слева, вот слева. Школа, да? Вот болит. Где? Вот, вот здесь. Все. Забирай руку, забирай руку. Забирай руку. Я тебя не трогаю. Она свернула шею. У нее осколка нет, ничего нет. Она свернула, видно, бежала или что. Бежала так. Не, ее могу вторичным осколком ударить. Каким вторичным? Это крови, нихуя нет. Нету крови, сейчас, подожди. Внутри. Сильно очень болит? Да. Так, сейчас. Тебя когда она начала болеть? Скорую вызвали ей. А, ты упала? Скорую ей вызвали? Нет, вандал, не вызвали. Как вызвать, скажи? Значит, ехать 103. Надо будет. Просто 103? Да. 103 вызывайте, а что? Меньше маяков. Вандал, залезь за здание, блядь. А? Залезь за здание, тебя видно будет. Да я сейчас... Укольчик, подожди. Что там? Да, скорую, да? А где дом ебать? Что? Да, укол. В любую мышцу. Не надо мне укол. В любую мышцу. Мне укол не нужен, ты слышишь или нет? Слышу. Ну лучше знать, девушка. Давай хотя бы жопу. А? Как это, Семёновка? Хорошо, хорошо. Да. На Семёновку скорую помощь. Что вандал сказать с ней? Вандал! Да. Что с ней? Скажи, что она шею, мышцу повернула очень сильно. У нее шок, пусть везут. И шок тут она портострел подпала. У нее шок. Сейчас я дам медику, сейчас он. На, расчехли. Кто знает, дом горит, люди живые. Да, здрасте, скорая. Блять, да там дома нет. Приезжайте, пожалуйста, на перекресток. Блять, там дома нет. Рядом, блядь. Я не знаю, там пошли смотреть. Шею подвернула сильно. Видимых ран нету, кровотечения нету. У нее просто шок. Слышите меня? Ну как сказать? У нас нету медикаментов подходящих. Едьте сюда. У нее развивается шок, она сейчас в состоянии шока почти, ну, в общем, почти короче, шок, блядь, еле-еле. Я беру, поехал туда, блядь. Куда туда? Давай. В общем, приезжайте давай, сюда, проверьте, знаешь, уже не стреляю, все нормально. Едьте с мигалками, едьте вот, давай с нами. Тише, тише, едьте с мигалками, вас никто не тронет. Поехали. Поехали. Все, давайте. Давай с нами. Да, алло, алло. Да. Давай с нами. Перекресток на Семеновке. Шах здесь? Вы должны знать. Stay here and go to the bomb shelter, okay? Вы скажите там где кого-то спросите, там где стреляют, скажите. Перекресток на Семеновке. Там сейчас не стреляют уже. Там сейчас вы с мигалками приедете, вас не будет стрелять. Вчера пожарники приезжали с мигалками, тоже не стреляли, так что не переживайте. Все, давайте, приезжайте. Тише! Держите девушку! Быстро! Назад! Я в подвал! Быстро! Я в подвал! Быстро!
Девушку держите! А, лопа! Девушку держите! Аккуратно! Девушку! А, лопа! Нож дайте мне! Нож! Крувай, крувай! Откуда? Дайте фонарь, блядь! Фонарь его! Держи! Блин, скорая! Откуда у тебя кровь? Ты голову дай! Держите ее просто, держите, дайте, возьми телефон. Держи телефон. Ну что, блин, закройте! Дайте нож, блин, кто-нибудь. Вот я, сука, лампу ему открыть, сука. Дайте воды. Я надпиляю, давай. А, ну может, дай? Свети. Дайте тряпку, пожалуйста. Полезай. Давай, я отломаю. Все, можно ссыть. Глаза, кровь. То ты ударилась, не парься, все нормально с тобой. Кровь, глаза, елки-палки. Сейчас, подожди, я сама разделаюсь. Дай быстрее. Там любую мышцу могу в плечо, не парься. Не надо, давай. Глаз вытери. Шея болит? Да. Так и думал. Давай. Сейчас я глаза вытру. Так, пойду за ушкой своей. Давай, малой. Ребята, удалите. Да, удалим. Миша, удаляй. Удалим все. Все удалим. Малой, давай назад, малой! Мерда. Меня зацепило, малой? Да нет, конечно. О, блядь, за тебя точно мотоволю просит. Да ничего, сиди, сядь. Ты в безопасности. А, она развивается. Я здесь бортовую салфеточку достану. Все, положено, потом шуме надо. На коленку быстро приложи. Так все, там нормально. У меня аптечка, там здорово. Лекарства, там спирт, там все есть. Да, мне не надо ничего, у меня все есть. Давай плечо, без разговора. Нет, давай хапком. Я бы сама быстрее бы вколола. Сергей? Сука. Не Сергей. Обезболивающее? Сиди, не ссы. Все? Все, давай. Все, только желательно не садись теперь. Я тебе говорил, что плечо надо было. Теперь тебе надо будет стоять. Фонарь, может, сюда он под на железо крыло маленькое. Все равно печет. Печет, это травматол. На котопечкой. Да. Это было как-то не допрос насчет матрасов. А ты девчонка, он совсем угадал, да? Да да. Ну я улыбаюсь, что они реально как бомжи выглядят. Сейчас надо включить утренний... Не, в форме она не так, как бы, когда грязная. Вот когда без формы, это, конечно, печально. Около 5 утра по трассе Харьков-Ростов в город Славянск идут первые автомобили с хлебом и молоком. На поселке Семеновка война на сегодняшний день окончена до ближайшего вечера или до ближайшего налета. Thank you.